Всем огромнейший привет! Отправляю сейчас в магазин «Победа». Первый раз еду в этот магазин. Очень интересно, что там продается, какие товары, что выберу. Тоже очень интересно посмотреть на качество, на цены. И, конечно же, приглашаю вас с собой. Поехали! Это магазин «Победа», продсклад низких цен. Находимся мы с вами в Ногинске, представляете, Московская область. Вы меня давно спрашивали про продсклад «Победу». Вот решила заехать, посмотрим на выбор, на цены. С 8 утра до 8 вечера каждый день, без выходных. Адрес Ногинск, улица Ленина, дом 10. Кстати, там большущая парковка сбоку здания. Вот он вход, заходим. Вообще, магазины «Победа», сеть магазинов «Победа» на рынке уже больше 8 лет. Более 500 магазинов открыто по всем регионам. Здесь прохладненько, хорошо работают кондиционеры. Давайте возьмем тележку. «Победа», выбор бережливых людей. Хозтовары и продовольственные товары. Естественно, еда, канцтовары, тетради. 21 рубль, например, клеточку. Карандаши, кое-что для школы можно купить. Даже мультиварки 3087. Good Helper. Вентилятор 2000. Так, чайник 560. А, вот они, смотрите. 411. Весы напольные, стеклянные. Блендер 770. В общем, я забрела полезные полочки для дома. Еще блендер 1255. Тоже Good Helper. То есть хороший помощник. Посмотрим мощность. Мощность 350 ватт. У него есть и чаша с ножом для измельчения, и просто емкость, венчик и сам нож. И если посмотреть внимательно, то в принципе магазин большой, просторный. Здесь чисто, прохладно. Работают кондиционеры, персонал в униформе. Ну, это так все на первый взгляд, первое впечатление. И посмотрите, у нас с вами сейчас закаточный сезон. Начался уже, крышки обкатные, 50 штук в пачке, 151 рубль. И есть вот такие, тоже 50 штук, а может и не 50, нет, здесь меньше, конечно, 20 штук. Квас «Желтая бочка» живого брожения, кстати, неплохой квас, 92 рубля можно и взять, 2,5 литра. И есть еще квас «Славянский», рецепт хлебный, 2-литровый, 64 рубля. Вода подготовленная, сахар, концентрат квасного сусла, ржаная мука, солод ячменный, солод ржаной, регулятор кислотности. И произведен он в Курской области, город Курск. Курску, конечно же, привет. Двигаемся дальше. Банки «Твист» 0,95 за штуку 20 рублей. Вот эти, кстати, самые удачные для огурцов и для томатов. Отлично. Там и крышки были. И 13 рублей. Банка пол-литра, тоже удобная. Древесный уголь 174 рубля, 3-килограммовый. Летний хит, произведено в России, натуральный вкус любимых блюд. Ну, довольно крупные там куски прощупываются. Гладильные доски 664 рубля, дешевле чем-либо. Размеры 1070 на 290 миллиметров, чехол хлопок, 10 килограммов удерживает, лина эконом. И металлические ножки. Ну вот. 664 рубля. Да, дешевле я еще не видела. Дороже видела, но дешевле нет. Ряд игрушек различных детских. Вот, например, аппликация с фетра 70 рублей. Раскраска 39. Игрушки для малышей. Ой, кукольные кроватки, смотрите-ка. 349 рублей. Да, кроватка для кукол с постельным комплектом. Искусственный войлок. Эва подошва. 116. А, и вот ботинки бабуши 456. Здесь они. Резиновая подошва такая тяжеленькая. И кашпо. Вот, вы спрашивали. Смотрите, что здесь есть. Кашпо 24 рубля для комнатных растений. Без отверстия. Есть 3-литровый 51 рубль. Притом белые и коричневые. И они все, между прочим, с блюдечком. 97, вот такая большая форма, 7 литров, в общем, размер 97 рублей. И темно-коричневые, самые маленькие, 24 рубля. Чуть было с вами не прошли посуду. Здесь есть и алюминиевые кастрюли, оказывается, вот какие, 2,5 литра, 277 рублей. Какой красивый набор, прованс, это, нет, это про бокалы. А этот наборчик, даже не знаю, в общем,
сито или дуршлаг и миска под цвет. Пастельные оттенки. По-моему, в России сделано, да, дуршлаг плюс миска. Потом 43 вот такие приборы. Вот, кружка для миксера. Помните, здесь крышка, носик, мерная емкость к тому же. 93 рубля, удобно для жидкого теста. А, вот эти наборчики 127. Вот еще какой интересный Архимед. Сделано в России, 114 рублей. 4 стакана и кувшин двухлитровый. Кружка, это тоже Архимед с герметичной крышкой. 600 миллилитров, 46 рублей. Всякие емкости. Это что, хлебница? Ой, хлебница с крышкой, но небольшая, овальная. Крышечка просто сверху надевается. Да, это все хлебница. А смотрите, какие цвета красивые. На раковину сушилка навесна. 66 рублей. Контейнеры. В общем, чего тут только нет. От тряпочек, крышечек, контейнеров. Пакеты для замораживания. Вот. Нет, это пакеты фасовочные. Где-то я видела тут пакеты для замораживания. Фольга 61 рубль. 10 метров и 29 сантиметров шириной. Как обстоят здесь дела с посудой? Ну, например, тарелка десертная 19 сантиметров 81 рубль. И к ней салатничек. Прозрачные тарелки. Смотрите, какие большие. Тут уже размер 24 сантиметра 92 рубля. И маленькие 70. Кстати, отличные тарелки. Я их использую сверху вместо крышки. Накрываю, все видно, что внутри, и убираю в холодильник. Вместо пленки вот такой стрейч. 82 рубля глубокая и вот такая мелкая. Вот все такое простое, нужное в быту. Сковорода 24 сантиметра, скова для всех видов плит, кроме индукции, алюминий, штамповка 234 рубля и антипригарное покрытие. Чайный набор 820 рублей, 12 предметов, дымка. Ну и смотрите, какой выбор влажных салфеток. Да, кто-то меня недавно просил в комментариях показывать еще детские товары, подгузники, например. Ну вот трусики «Солнце и Луна», 32 штуки, 451 рубль. «Сенса Бэйби», 256 рублей, четверочка, 19 штук и 363, «Солнце и Луна». 551, вот такие, «Миди», «Сенса». 44 штуки. Мыло тут тоже самое разнообразное. Вот целый стеллаж химии полезной. Флора, хозяйственное мыло 72%. 24 рубля. Цветочное 15 рублей. Дегтярное 23 рубля. Весна. Крем-мыло земляника со сливками. А гель для душа Дав. Объятие нежности 148 рублей. И для мужчин, и для дам. И для детей все здесь есть. Белла 117, 60 штук. Гигиенические штучки. Смотрите, что нашла. Напольная сушилка для белья. Вот когда нужно было, мне не попадалось. А в Победе нашла. Максимальная нагрузка 10 килограммов, 18 метров сушильного полотна. Экономит пространство, устойчивое, надежное. 720 рублей. Табуретки, швабры и трикотаж, между прочим. Вот сколько одежды. Носочки, трусики. Ну-ка, если вдруг будет футболка. Так, это что тут написано? Хлопок, 54 размер, майка мужская. 100% хлопок, премиум. Ну-ка посмотрим, может, футболочки получится отыскать. Футболка женская, 100% хлопок. Ну, мягкая на ощупь, трикотаж плотный, горлышко вот так отделано. Цвет яркий. Комплект 403, сорочка 204, пижама 626, трусы 112, боксеры мужские 102, кстати, хорошие цены. Брюки мужские 273, футболка мужская 305, ну, значит, и женская приблизительно столько же стоит. Трусики детские 47, 121, 56, где такие цены вообще? Я думала, уже дешевле 100 рублей сложно что-либо найти из одежды, оказывается, можно. Носки мужские, 56 рублей одна пара. Нашла полотенце махровое, пляжное, при том 70 на 140, актуально, 484 рубля. Например, огромное, с единорогом.
Вафельная 45 на 60, 39 рублей. И, пожалуйста, ряд колгот. Ну, вот могут скоро пригодиться к осени. 101 рубль. Golden Lady 40 ден. Вы меня спросите, что здесь есть для стирки белья. Все очень просто. Например, Tide аквапудра Color. 0% фосфатов, 0% хлорного отбеливателя. 6 килограммов на 40 стирок для цветных вещей. 680 рублей стоит вот такой пакет. Кстати, очень приятный там аромат. Сорти Color. 311 рублей, 3 килограмма. Биолан суперэконом, тоже для цветных вещей. Автомат. 6300 и 627 рублей. Ариэль Эксперт Color. Вот классик XXL расфасовка, стоит 853 рубля, 5,7 килограмма. И, кстати, ушастый нянь, самый мой любимый порошок, если выбирать из порошков, 2 килограмма 400 граммов. С первых дней жизни для стирки детского белья 411 рублей. Вот такой пакет. Красота. Ласка огромная, вы посмотрите. Восстановление цвета 3 литра, гель для стирки 718 рублей. Вернель, свежий бриз 328 рублей. Еще один гель для стирки, это Персил 904 рубля. Ну, огромный. 2 литра 600 миллилитров. И лотос вот такой простенький здесь 27 рублей. Пожалуйста, 400 граммов. Арбузы. Мы с вами дошли до арбузов для кошек. Тут и пакетики, и сухой корм, и мягкий корм. И мне понравилось, смотрите, как здорово вот в таких емкостях с совочком можно насыпать столько, сколько вам нужно. Пакетики здесь прилагаются. В общем, 221 рубль за килограмм. Корм для кошек, китикет, мясной пир, например. Или 90 рублей для кошек сухой со вкусом говядины. Вот можно набрать. Кормить. А это уже для собак 74 рубля за килограмм и 149. И огромные мешки. Корм для кошек, например, 3533. Пожалуйста, консервация. Даже есть вот эта паста томатная «Южное изобилие», классическая, 116 рублей, краснодарская. «Мистер Рика» 45 рублей, кетчуп томатный, вот для шашлычков. Помидорка 82 за 140 граммов. Еще одна паста томатная 102 рубля. 490 граммов сухих веществ не менее 25%. Вот это важная информация. Адрес производства, вот что нужно знать, город Астрахань. Посмотрите, что здесь оказывается еще и овощи. Капуста 40, лук репчатый 49, перец 69, томат розовый 149. Смотрите, какие томатики. Я, кстати, сейчас возьму огурцы. Потом вот такие томаты 83, огурцы короткоплодные 59, кабачки 49, вот они перцы, перец болгарский 209, сливы, тут и лимоны, и персики, посмотрите, овощи и фрукты, все есть, как удобно, тут же и пакеты, все под рукой, вот они, и мусорка можно выбросить, если вдруг что не так, весы, у каждого товара своя кнопочка, вот она. Табличка. Смотрите, как все продумано, удобно. Товар также можно взвесить на кассе, допустим, если вы не хотите здесь время терять. Ну или перепроверить можно себя. Выбрала я томаты розовые. Кстати, смотрите, какие неплохие. Очень даже. В этом году я томаты не сажала, только огурцы. Томаты розовые, вот, пожалуйста, 109 кнопка. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вот томаты розовые. Выберите товар. А, 140 рублей, короче говоря. Томаты розовые, весовые 149. Такая цена была? Наверное, такая. Проверим. Чеснок. Чеснок 11. 11. Жмем. Даже интересно. На 30 рублей. И лук. Троечка. 49,90 за килограмм. На 32 рубля. Вот для шашлыка как раз. И арбузы 27 за килограмм. Кстати, очень чистый здесь вход. Вот эта пленка. А то многие говорят, что неприятно браться. Но нет, здесь, смотрите, все блестит. Все аккуратненько разложено внутри холодильника. И что мы здесь видим? Здесь много мяса охлажденного. Например, крыло цыпленка бройлера охлажденное на подложке. Ребра свиные 170, уже все нарублено, по пакетам разложено. Бедро 148, крыло 220. Крылья возьму, посмотрим дату. И вот еще что, филе без кожи цыпленка бройлера. Это копица, местонахождение Россия, Липецкая область. Возьму крылышки,
тандыре можно запечь. Это очень вкусно. Атяшево фарш. 98 за 400 граммов подложки. Вот в такой коробочке. Дальше купаты. Шашлык из свинины классический. Бескостный, упакованный под вакуумом. Из свиного окорока. Есть шашлык классический охлажденный, по-моему, это курица. Из свинины 253. Так, и классический 175. Шампиньоны 75. Капуста пекинская 69. Колбаски 113 за 400 граммов. А вот она, то есть капуста китайская. Смотрите, как все разбирают, все расхватывают. Шампиньончики, купаты мюнхенские. Здесь выбор ого-го. 400 граммов. Мясная лига, лопатка свиная охлажденная, 278 рублей за килограмм, не за упаковку. Редис. Так, ну что же здесь из таких полуфабрикатов? Ну-ка, 7 узлов филе сельди в масле слабосоленое, 87 рублей, 240 граммов. Спаржа по-корейски, 60 рублей, 200 граммов. Оливье, 74, последняя, кстати, осталась. О, знакомая марка Черкизова, колбаса полукопченая фермерская, 92 рубля за штуку, 350 граммов. Сосиски молочные симбирские, деликатесы, 144 рубля. Папа может, 102 рубля. Вот такая упаковочка. Тут, кстати, очень-очень холодно в холодильнике. И 123 рубля. Вот Черкизова, молочный по-черкизовски, без искусственных красителей и ароматизаторов. 450 граммов, 123 рубля. Майонез я нашла Мистер Рико, 67%, 149 рублей. И большая расфасовка, 800 миллилитров. И от Слободы семейный. А провансаль майонезный Ряба. Где он тут? Вот он. 56 рублей. Но тут упаковочка поменьше, 400 граммов. Ох, как тут холодно. Тут холодильник ого-го морозит. Нежный, по-моему, не показывал. Тоже Черкизово со сливками. 102 рубля, 400 граммов. Тут посмотрите, сколько видов одной вареной колбасы. Ветчины. Премиум колбаса вареная Атяшево. 128 рублей за полкило. Потом вот такая ветчина из свинины. 139 тоже за полкило. Докторская тоже Атяшево. 205 рублей за килограмм. О, да тут вообще чего тут только нет. Салями миланская. 175, 300 граммов, да, за штучку. О, знакомая опять. Черкизово, салями фламенко, 205 рублей. Бекон 300 граммов, 133 рубля. Смотрите, какой розовенький, копчено-вареный. Возьму еще сосиски венские. Вот Мецлер, по-моему. Мясной продукт, колбасные изделия вареные, сосиски категории Б, венские. 400 граммов в упаковке, вот они такие тут малышки. 133 рубля за 400 граммов. Возьмем, попробуем новые продукты все-таки. Есть еще баварский с сыром или с сыром взять. Это эти 133, а с сыром 151. Ну, с сыром в следующий раз тогда. И вот еще от Черкизова венская, 236 за штучку, 420 граммов. Сало по-домашнему. Ну-ка, что тут с сыром? На данный товар скидка 25% от указанной цены. Стародуб легкий, полутвердый, 25%. 82 рубля. И еще скидка минус 25%. Брынза, тоже стародуб. Сыр из свежего молока, контроль качества, идеальный для салата. 154 рубля. Сыр топленый, 90 рублей, без заменителя молочного жира. Здесь, значит, нужно вот в этот уголочек смотреть. Тут тоже и тут тоже. Все без заменителя. Гауда 91 рубль. А, Раклер 101 рубль. Жаворонки. Но тут везде указано без заменителя. И в нарезке. За килограмм 388, 640 Маздам, 399. Это все за килограмм, но уже в нарезке. 125 и дам, тоже стародуб. Масло. Это крестьянское. Смотрите, тоже без заменителя. Эдельвейс 59 рублей. Но это 53%. Ну-ка, а вот есть 82,5. Сливочное традиционное 79 рублей. Напиток газированный. Байкал. Вот он, черноголовка, кстати говоря. Яйцо куриное еще к тому же тут рядышком. 141 рубль за 30 штук за упаковку.
Так, обязательно возьму черноголовский Байкал. Уже проверена, отличная газировка. Тем более намечаются гости выходные. Как говорится, сам Бог велел. Ну-ка. О, молочный коктейль со вкусом клубники. Только привезли, еще даже не распаковали. И по поводу молочки, вы посмотрите, что я вижу. Домик в деревне, молоко отборное. 88 рублей, 3,7-4,5%. Вот они. Молоко тульский, 72. Это что такое? Бежин лук. 3,2%, 95. Там еще несколько видов молока. Агуша. 36 рублей с витаминами. Молочко. Актибио, 60 рублей, 1,5%. А вот они, молочные коктейли, вообще по 24 рубля. Сливки 365, но эти 33% сливки. Солнышко Кубани для взбивания 365, тоже 33%. 1 литр. Клубника, земляника 88. Ну, в общем, здесь... Ой, да смотрите, что я нашла еще. Биолакт. Вот такой я покупаю в обычных магазинах, он намного дороже стоит. Клубника, банан. Это Тёма, да. Тёма мой любимый. Растишка 27. Без заменителя молочного жира, кстати, указано. Это важно всегда. Мама. Лама. Клубника плюс банан. Творожок. А йогурт питьевой 42. А творожок 33. Это интересно. Груша, персик. Без заменителя молочного жира. Надо взять, попробовать. И Тёма есть тоже творожок. Биотворог. 30 и 33. В результате выбрала Тёму, биолакт, клубника, банан. Целую упаковку решила взять. Ну а что там? Мельчить, как говорится. Потом взяла по одному, попробую вот такие творожки. И Тёма. Вот, биотворог. Тоже клубника и банан. Тульский кефир 77 рублей. В пакетике вот в таком. Сделала в Туле. Тульское молоко 65 рублей. Творожная масса с изюмом. Тоже везде написано, что без заменителя 57-57. Ванильный. Просто творог тульский. 9%. Тоже без заменителя 64 рубля. Кстати, можно сделать сырнички. Как раз попробую на вкус, что за творог такой. Первый раз вижу. Много здесь марок представлено, не раскрученных, не разрекламированных местных производителей, но по хорошим ценам. Я надеюсь, что с хорошим качеством. Все это нужно пробовать, дегустировать дома. Вот он рассыпчатый, снежено. ГОСТ без ГМО, 300 граммов, 90 рублей. 44. Домик в деревне. О, пожалуйста. Да, много марок знакомых и незнакомых. Вообще много чего интересного тут. Пудинг Эрман, 58 рублей. Тоже наш с вами старый знакомый. И Грант, 58. Вот так понемножку, потихоньку, полигоньку тележка-то и наполняется. Мы с вами уже увидели здесь овощи, огромный выбор. Дальше в холодильнике и молочные, и мясные продукты, и даже свежеохлажденное мясо и полуфабрикаты. Вот, смотрите, просто добавила соль и приправу для курицы, все перемешала и на ночь оставила мариноваться. Сегодня попробую или в тандыре, или просто на углях. Как получится на вкус. Думаю, будет все отлично. Чеснок в Победе очень даже неплохой. Свежий, кстати. Томаты розовые просто шикарнейшие. Вчера, когда приехала, разрезала один, они просто сладкие. Так что это настоящие розовые. Очень довольна. Смотрите, какие спелые. Ну и лук тоже нормально. Можно выбрать хороший. Так что овощами тоже довольна.
Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно, а также интересно. Спасибо за лайки, комментарии и подписку. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ. Все новости, а также актуальную информацию вы можете увидеть в моем телеграм-канале или на Дзене. Все ссылки под видео. Присоединяйтесь. Всех жду.